Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подаст в отставку между 20 апреля и 5 мая, заявил глава аппарата премьера Арсен Тарасян. По его словам, это необходимо для роспуска законодательного органа и проведения внеочередных парламентских выборов, запланированных на 20 июня. Тарасян добавил, что предвыборный штаб правящей партии «Гражданский договор» возглавит министр территориального управления и инфраструктуры Сурен Папикян.